Франции были, ну, большая часть была коммунисты. И таким образом было, было ощущение, но это были коммунисты, которые не СССРские, скажем так, а были коммунисты, которые действительно имели какой-то идеал. И что Сартр, что Симон де Бовуар, что вся вот эта интеллигенция Франции в после войны, это есть... Это есть те философы, которые, просто создали... Так что, Проханов, это ваши друзья-коммунисты виноваты. Вы сказали сущность того, потому что когда... Через 10 лет эти интеллектуалы будут идти в Париж и кричать «Хайль Гитлер», уверяю вас. Господи, какой ужас.